Да, Кристюш, да, привет. Я на море. Да, очень-очень. Я не загораю, не купаюсь, потому что мне нельзя. Я садила татуировку 3 дня назад. Нет, не одна. Привет, ты из дома дошла, что ли? Давно. Вода хорошая, хорошая. Прям я так, конечно, зашла, но не чисто помочила. И все. Ну, потому что мне нельзя мочить спину. Вот эта реклама, она, конечно, меня раздражает здесь. Видели мою историю? Это как две телки, короче, ну, две женщины, точнее. Они закопались, одели какую-то ерунду себе на голову, короче, и сидели. Дальше я очень смешно, реально. Экскурсия по времени длится целых 40 минут, друзья, так что если не желающие, скорее поспешите, потому что отправление совсем скоро. Привет, Забайкалью, привет. Что, завис эфир, что ли? Так, друзья, я напоминаю, что на синем пяти... Креветки. Ходить сладкие трубочки или креветки, это убийца можно. Не ходит каждые 2 минуты. Я хотела поспать, но они мне не дают поспать. Это невозможно. Со всех сторон они орут. Кукуруза, арбузы, креветки, пиво, еще какая-нибудь ерунда. Нет, я видела. Я просто в Анапу вообще приехала, но мне в Анапе не нравится. Мне нравится больше Витязь, чем в Анапе. Она вообще дно просто. Вот. Много кто на проекте курит. В Питере бываю. Что Милена делает шоу. Привет Украине. Вот да, парашют, рыбалка, катер, это невозможно. Да, тату сводить, это как ожог. У меня сейчас такие небольшие волдырики там вот, поэтому я сижу в такой штуке, потому что мне нельзя, ну, чтобы попадало туда солнце, потому что если они полопаются, то будут шрамы. Вот, живу в Краснодаре, да. Мне больше нравится, в Витязе больше нравится, чем в Анапе. А так, конечно, мне больше нравится в Геленджике. Вот. Но если выбирать Анапу или Витязева, они рядышком находятся, лучше Витязева. Вот. Даже про дом 2 много чего рассказывала. Сейчас вот эта моя нарезка из эфира гуляет по всему эфиру. Эфир был неделю назад, я говорила. На тот момент, вот сегодня, вот завтра будет среда, завтра в эфире будет, как Брянска ушла с ББ. 2 дня ее не было на поляне. Это мне сказал человек с поляны, находившийся там. И потом она через 2 дня вернулась. А сейчас мне за это мозг колупачут. Дебилы, что ли? Приглашаем всех желающих. О, на увлекательное путешествие по Черноморскому и Азовскому побережью. По вот это отврат. Он пришел прямо вот здесь, встал. Вот, вот, вот он. Мечта, я потом с вами поделюсь. И я просто буду самым счастливым человеком в мире в четверг. Вот. Чего? Я не хочу. Я в эфире сижу, я в эфире. Может, лежа перетащить туда в море? Да не хочу, там где стенки, куда мне, под солнце? Там лечь. Девчонки, погнали на экскурсию. Спасибо, не хотим. Мы все знаем. Мы местные, спасибо. Дорогие друзья, кто приобрел билеты на теплоход Черноморье, уже можно проходить на причал, готовиться к посадочке. Кто еще не приобрел билеты, у вас есть такая возможность приобрести билеты и отправиться вместе с нами на великолепное морское путешествие. Ну так себе. Черноморье. С собаками помощь это не ко мне. Если у вас есть собака, значит вы должны... Господи, подстарать-то невозможно. Добро пожаловать. Я говорю о том, что если вы берете ответственность за кого-то, неважно, будет это собака или какое-то другое животное, то будьте добры ее сами как-то
обеспечивать. Вот. Нормально у меня зарплата была. Вот, да, интересно, почему ландозеры не выгоняют. Ну, потому что, что, пускай сидит там. Мне больше всего понравилось. Ой, вообще больше всего мне понравилось на Бали. Да, на Бали. Приветики. Сам ведущий говорят тоже поздно настоящий. Почему? Потому что шоу не хотят закрывать. Кто еще не приобрел билеты, посмотрите нам за билетами. Да, я с мамой, с братом, с тетей, с маминой подругой, короче, вот так. У нас семейный отдых. Вот, а что мама моя сегодня дыре? Привет. Мама сегодня дыре. Так, ребятки, на таблетку проходим. 43 сейчас вешу. Весила 45, но, короче, вода ушла с шкафу, все, опять 43 вешу. Турция, конечно. Турция или Крым? Турция. Шаронова ушла на этой неделе. Но будет денег на Анапу, все едут в Турцию. Да, да, лучше Турция, чем в Анапу, в Анапе вам либо в Геленджик, либо в Сочи вы потратите здесь намного больше денег. Век. С днем рождения, тебя мама поздравляет. Вот. Да, тебя все поздравляют с дыре. Спасибо, спасибо. Дыры будут вечером, сейчас мы... Да. Нет, ты не трудовая молодежь, не трудовая молодежь. Вот. Ладно, короче, давайте. Всех, короче, люблю, целую от души. Видите, рука устала держать телефон, на самом деле. Господи, уже ответила про Брянскую. Завтра будет эфир, когда Брянская уходит с шоу ББ. 2 дня она не возвращается на поляну. Это сказал человек с поляны. Потом она вернулась, ей не давали ее вещи. Все. Затрахали. Реально. Отстаньте уже что-то меня. Да потому что они задолбали, реально. Я говорила, если вам сделали нарезку, и сейчас это вставляют в, во все группы домовские, этот эфир был неделю назад мой. Неделю. Все, отстаньте. Невозможно просто, реально. Но люди не понимают, как это все происходит. Ну, это их проблема, если они не понимают. Поэтому я тебя переспрашиваю, что 25 раз. Просто. Уже 2 раза это в прошлом эфире сказала, и в этом, и до сих пор вот эти все вопросы. Где были? Может, кто-то не смотрел по прошлый эфир? Так они же делают нарезки, вырезки по всем группам. Вот. Вот, я же говорю, в группах, что я сливаю новости Дома 2. И вырезают какие-то дурацкие куски, вставляют, потом люди мне задают эти вопросы. Полудурки, извините. Вы тогда зайдите полностью эфир, посмотрите, он есть на Ютубе, и потом, чтобы можно было хотя бы конструктивно строить диалог какой-то.